Добрый день, дорогие друзья. Сегодня день третий. Меня зовут Владислав Сергеев. В честь третьего дня целых три концертные программы. Первый – это инженерный институт, второй – институт экологии и природопользования, и третий – институт геологии и нефтегазовых технологий. То есть, как говорится, есть над чем разгуляться, даже рубашечку надел. Ну, согласитесь, три концерта и без рубашки. Ну, никуда. Давайте пойдем, начнем. Как ты геофак? Ну, просто сердечко, я же всех люблю. А мы любим геофак. Ну, геофак же тоже в этом числе. Но там есть другие. Я знаю, есть. Ну как же, вы же большой, большая семья. КФУ, Казанский федеральный. Ну ведь так. Да. Видишь, ты уже согласился. Давай, пойдем. Покажи мне этого человека. Часть нашей семьи. Желание есть, но понимаете, когда у вас 30 человек смеси из инженерного института, ага, из других институтов, из левых каких-то людей, но по процентам все проходим, кстати, все по правилам. Кстати, у меня вопрос такой вот. Ты говоришь, из других институтов, почему так? Тянутся люди. Тянутся люди? Сам из какого? Инженерный. А, инженерный. Во, у нас целых два инженера, два геофак, два инженера. Вот можешь показать нам экологов? Вот ты знаешь, из экологии института кого-нибудь? Такой есть? Вот это поворот! Дорогие друзья, зрители наготове, пора начинать. К вашему вниманию, инженерный институт. Искренность и честность. Инженеры наконец избавились от влияния эконома. В скобочках нет. У героя больна мать, и на протяжении всего действия он борется со своими недостатками и помогают ему в этом. Дерево. Я их труд! Нет! Тяжел путь справедливости. 8 ходок и решетка на фоне рок-композиции. Герой избавляется от пороков. Трагическая концовка и улыбка на устах матери. Концерт Института экологии. По жизни главное быть хорошим человеком. А если повезет, то и бабла срубить. Провинциальная семейка. «Люби меня, люби» и «Убийство горничной». «Страх от свершенного». Кукольный театр. И в целом кочевая музыкальная обработка группы «Кранбери». Концерт Института геологии. Этого парня зовут Влад. Приятно, что геологи оценили мои старания на дневниках первокурсника и назвали главного героя в честь меня. Насчет нерешительности ребята прогадали, но касательно любви попали в самую точку. По концерту. Адаптация головоломки. Помощь Владу в принятии тяжелого решения при участии лиц татарской эстрады. Анна Каренина. Анна Каренина. Современная версия. Все смешалось в доме Обломовых. Петушиные бои. Господа, а вы смотрели «Версус»? Что, простите? Ну, «Версус», «Гуф» с «Птахой». Что? Ну, петушиные бои. А, ну смотрели, смотрели. И буфонада. Не плачь, девчонка, солдат вернется. Так он не вернулся из боя. Но ты, друзья, это грустный расклад. Я просто устала. Это фиаско, братан. Влюбитесь.
все, как я люблю. Печаль, что артиста с геофака, в отличие от инженеров и экологов, к барабанам не пустили. Однако он не сдрепил, сыграл как надо. Последний концерт, мне очень понравились инженеры. На самом деле, этот концерт просто разорвал мое сердце. Максимально затронули самые тонкие струны моей души. А что касается своих концертов? Насчет других, я на них не был, к сожалению. Я репетировал с юридическим факультетом. А ты еще как артист? Нет, как техгруппа, как обычно. Техгруппа? Да, как. А начальник техгруппы, то, что нужно на всех концертах? Начальник техгруппы в том-то и дело. Его просят присутствовать на всех концертах очень многие институты. Это как раз та самая тема, когда о техниках ничего не говорят. А зачем нам какая-то слава? Мы серые кардиналы сцены, мы этим, мы так гордимся. А огласка, она никому не нужна. Вот отлично. Хорошие парни, работают на совесть, это нам нравится. Давай, спасибо. Что ж, друзья, вот так завершился третий день, тремя концертами и очень даже неплохими. Вот, многие говорят про инженеров, что точно был достаточно хороший. Мне лично понравился геофак, а кому как. Кстати, почему геофак? Они мне казались самым дружелюбным, мне сердечко на щечке нарисовали, я просто им искренне за это благодарен. Что ж, давайте подписывайтесь, как я уже говорил, на нашу группу ВКонтакте Универ ТВ. Ссылочка, наверное, она все-таки появится в описании. Что ж, вы увидите там при 500 просмотров нашего дневника полную запись концерта. А в целом, пока-пока, до завтра.